Калимера, Акаму и Калиспера из Греции. Сегодня зашла в одно место, которое, внимание, три в одном. Ну, во-первых, здесь находится офис для паломников на святую гору Афон, а также лавка аксессуаров, сувениров и интересной исторической и религиозной литературы. Ну и выставочный комплекс. А место называется Афонский дом. В 2017 году такое дело произошло. В общем, во время переезда старых библиотек Принстонского универа обнаружили бочку с фотографическим материалом, относящимся к неизвестному, да и забытому путешествию. Но путешествие было в Грецию в 1929 году. В состав команды входил русский эмигрант, художник, исследователь Владимир Перфильев. У него еще была кличка Вово. Он же фотограф, талантливый оператор. Вторым человеком был обладатель Оскара Флайт Кросби, а третьим архитектор. Их целью была гора Афон – снять и сфотографировать поездку этого уникального места. А назвали они свой проект «Земля без женщин». Ну а больше из Греции на моем канале.